Всем привет! Это наше первое знакомство с кланом Ским. Как по мне, эти ребята единственный начинающий клан, который не сидит на доме, а пытается рейдить или дефать свой дом. Да, пускай дефают ракетами, но они хоть что-то пытаются сделать. Это нынче редкость. Поэтому я оставил ссылку в описании на группу этого клана. Поддержите ребят, если вам не трудно. Приятного просмотра. План такой, как и в том рейде. Мы сначала сносим все шкафы, ставим стенки ближе к дому, а потом уже начинаем рейдить их. Отстрел сносим, залазим и пиздим. Это там полегче будет. Все, мы пошли бахать шкафы. Вообще плохо. Для дома появится кто-нибудь, шок появился. Давай сначала сзади шкаф на всякий случай. Шок, все окей дома. Чатим, напиши, пожалуйста. Вот этот впереди, шкаф. Стоп. Сейчас я здесь подойду. Да. Прямо отсюда можно бахать уже, смотри, вот здесь прячешься и бахаешь, давай. Что, пиросон? Да. Контроль за тел, мы нас снесем сейчас. Да, сквозь. Там еще у них лифт. Как будто я вернулся в 2015 год, когда мы, блядь, так рейдили. А, у них турели на доме, отлично. Делаем дырку сильнее, шире. Кого взорвем? А, внизу турель? Ребята, ракет взять? Да, возьми. Справа водолаз какой-то, не знаю, свой, нет. Водолаз? Водолаз, да. Вышел! Внизу. У вас КД, что ли? У кого? У вас. Я вас тут немного подлутал. Я сделал дырку шире, теперь нас пулеметчик справа ничего не сделает. Опа! Слева отстрел сверху. Ближайший.
Я буду дальше отстрелы поломать, а ты тогда слева, слева ебашь. Ой, блядь. Майсон, поднимаю, поднимаю Майсон. Назад сразу. Вышку сломали уже, да? Я не могу. Красавчики, парни. Твои сломали, да? Я стрел дальше ебаш. Не, надо было подпаднуть, подноть его ебаш. Меня убили. Убил его? Я могу поднять. Не, пад, сейчас мы вот это уроним. Сверху, меня еще не убили. Да. Убил. Ёбаный ты в рот, вот это припекалюха. Потом хочу вылезти. Первый так. Бэтэ металлик. На тебе твою ракетку. Ебать, 30 ракет лежит нахуй, я понял. Более на крыше, сейчас не лежит. Давай, два. На крыше-то туда можно лазить спокойно? Там, я понял. Хорош, там лестницы не хватает, если не залезть. Да, залезь. Спину! Бля, сверху залез нахуй. Вся упала до хуя, смотри как. Падать! Да я, бля, хотел нахуй залезть эту пулеметчика ебаного убить. Ты где? На лестнице. Скинул. Две штуки, а сто раз. Убил его. Ой, я вот погиб, Коля. Ты где, блядь? Там, пушерки. А! Блядь, лестницу ты потратил! Да, рек. Я не знаю. Мне хелпа нужна сверху. А, вот. Спасибо, как он. Ебать, я опять в буфрике. Хелпаните мне. Эй, ты, блядь, сверху. Вон, сломайте эту стенку ебаную. О, меня вытащили. Я здесь знаешь, как в этом, блядь? Как в дартсе, нахуй. Не по хелпу, конечно. Лучше лестница.
Хватит, конечно. Подожди, у меня лоб HP. Лестница Е будет? Я контролю, давай. Прости, моя лестница! Все нормально, я им кружок отсношу. Нихуя себе, спустя целый рейд. Ебашь центр, ебашь центр, чтобы юбку. Меня пиздят! Я не вижу, но меня пиздят! Че, дрели все? Не, там не все, давай кружочек уроним. Все, все, отлично, кружочек сносит. А, не, не отлично, слева убили, блядь. Давай вот здесь ломаем. Нам нужно сломать и пилары все, чтобы все сломалось. Ребят, там сзади, 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 снимай. Двое, убейте. Двое, подойди. Все, все, все. Ебать, пулики валяются, турель. Сейчас искушение попробую убить. Убил одного? Нет. Я low HP. Одного убил справа. На юбке он сидел, нахуй, он не спать. Блядь, это пиздец. Можно убить всех выйти? Убил справа еще одного. А если сможешь, то... Вот за ангаром. 31 за ангаром. Надо ангар убивать. Один слева где-то в горах, а другой возле ангара. Нет, не убили. Он вылетел. Все, минус один, минус Мегрос. Слева остался. Убил слева. Меня убили откуда-то. Мейсонс, видишь? В ангаре он. Бегу к вам. Чё там у вас? Там где-то на ремок нахуй, блядь. Я пидорасы там, да, с ракеты оттуда снова, блядь. Я бегу, вообще не дам выйти. В итоге, пока мы были заняты дефом кибитки, ребята нашли шкаф и заремонтировали дом. Вот что мы забрали. Спасибо за просмотр.